У дома 19А по улице Советской завершены комплексные работы по приведению в порядок территории. Здесь реализованы все 6 обязательных элементов благоустройства, а именно заасфальтированы тротуары и возведены новые столбы освещения с энергосберегающими лампочками, приведена в порядок зона для сбора мусора и озеленена территория, расширено парковочное пространство и установлены скамейки для жителей. На обновленной территории появилась также современная детская площадка. Она рассчитана на возрастную группу от 3 до 7 лет и стала для местных малышей центром притяжения. Нам очень понравилось, потому что не приходится никуда ходить далеко. Можно гулять около дома. И детей, как оказалось, очень много в доме живет. Все гуляют здесь. А сейчас, вот с этого лета, конечно, здесь просто сказка. Детям очень нравится. Они с удовольствием здесь всегда мы останавливаемся. Они здесь полазят, покачаются. С ровесниками пообщаются, поиграют, а потом мы идем уже домой. Площадка построена по современным стандартам и соответствует всем требованиям безопасности, так же, как и зона со спортивными снарядами. Подойти к любому из сооружений можно по гладким, как стеклышко, за асфальтированным пешеходным дорожкам. Очень удобно с этим дорожком. То есть в любую сторону, с любого двора можно зайти свободно, с коляской, с ребенком. То есть благоустроено, чистенько, красиво все. Благодаря обустройству парковочных карманов на 40 машиномест удалось решить и транспортный вопрос, который, к слову, в этом дворе стоял достаточно остро. Жителям гораздо стало лучше и больше места, куда ставить машины. Тут с трудом они даже разъезжались, потому что некуда было поставить. И выехать им было утром очень было сложно. Сейчас это гораздо все это предусмотрено. Все изменения, проводимые в рамках благоустройства придомовой территории, заранее обсуждаются с жителями. У нас все работы, которые проводятся на дворовых территориях, они только по обращениям и по предпочтениям, пожеланиям жителей. Схемы комплексного благоустройства обязательно согласовываются с жителями. Напомним, что сейчас формируется адресный перечень дворовых территорий, запланированных комплексному благоустройству на 2018 год. Для участия в программе жителям необходимо направить заявление на портал Добродел. Крайний срок подачи – 31 декабря 2017 года. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Елена Кошелева. Видное ТВ.